Данный конкурс вызвал огромный интерес, потому что более 100 участников. Сегодня в зале присутствуют самые лучшие, самые творческие победители данного конкурса. Более 100 человек прислали свои видеозаписи для участия в конкурсе. Это певцы и музыканты, исполнявшие произведения в совершенно разных направлениях и жанрах. Среди конкурсантов как профессионалы, так и любители. Формат этого творческого соревнования позволил значительно расширить географию конкурса. Жюри оценивало не только работу участников из нашего района, но и из Красноярского края, Мурманской, Кемеровской и Ленинградской областей. Я хотел бы вас всех поздравить и поблагодарить за то активное участие в этом конкурсе. Вы проявили свои таланты,